Всем привет. Купил ботинки китайские. Такие. Да так, для работы. И, в общем, дело в том, оказалось, что они на размер больше. И ноги там болтаются. А привез уже на работу, стелек здесь не продают. Зато полно таких вот одноразовых тапочек. Ну, в гостинице их выдают. Довольно-таки толстые. Нормально, вроде по размеру подойдет. И вот мы будем делать из них стельки. Ну вот, тапочки нашли. И теперь с помощью ножниц удалили вот эту часть. Вот уже стельки практически готовы. Мягкие, толстенькие. Сейчас попробуем их использовать в этих ботинках. Посмотрим, что получится. Ну вот, надел ботинки. Вполне вроде комфортно. С такими стельками моими. Из тапочек. Конечно, испытания еще пройдут. Работой. Но пока все нормально. Так что, друзья, пользуйтесь, не выбрасывайте тапочки, которые вам выдают на базах отдыха. Пусть лежат, придет свое время, и можно будет сделать стельки. Всем пока, подписывайтесь и до новых встреч.